Крымские пограничники освободили судно нефтяной компании от условных террористов. Тактика специальная. Учение «Лагуна-2019» прошло в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По легенде, силовики выяснили, что на подходах к спецпорту Черноморск неизвестные захватили судно «Калос Лимен». Оказалось, что оно принадлежит нефтяной компании «Черноморнефтегаз». Было принято решение развернуть оперативный штаб, собрать его силы и средства. По сценарию учений, после этого террористы захотели взорвать судно. Из-за их действий случился пожар на верхней палубе «Калос Лимен». Переговоры не дали положительных результатов, и руководитель штаба решил ввести режим контртеррористической операции. В результате сотрудники оперативно-боевого подразделения нейтрализовали условных террористов и освободили заложников. Личности преступников и их пособников установлены, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Крыму. Несколько силовиков и членов экипажа судна получили ранения разной степени тяжести. Специалисты медицинских служб оказали пострадавшим врачебную и психологическую помощь. Освобожденное судно обследовали и нашли несработавшее самодельное взрывное устройство, которое обезвредили. Также из-за неудачной установки условным террористам еще одной самодельной взрывчатки вспыхнул пожар. Специализированные суда сил и средств оперативного штаба потушили пламя и собрали попавшие в морскую акваторию горюче-смазочные материалы.